Делаем рыбу собаку, Макси. Ну, я ее делаю для Анреала. Она у меня там плавать будет. Так, нашел кучу текстурок. Вернее, текстурок никаких ни хрена не нашел. Нашел 3D модель этой собаки, рыбы. Но человек, который продает ее аж за $79. Уникально сделал фотографии со всех сторон. И на этой основе я сделал вот такую вот большую текстуру, где у меня есть и низ, и верх, и бок. И, короче, со всех сторон она у меня, как бы, текстурка получилась. Ну и на этой основе буду делать ей ее 3D модель. Короче, беру плен. Ставлю здесь. Плен у нас 1:1. Ну, по полигонажу тут. Сейчас. То есть ясный перец. Плен у нас вот такой вот изначально 4:4. Я его делаю 1:1. Перевожу его в поле. Нажимаю Alt X. Таким образом он стал прозрачным во вьюпорте. И, естественно, сама картинка отодвинута дальше, чтобы они сейчас не пересекались. Так, хорошо. Ну и все. Перевожу этот плен в поле, как я уже сказал. И дальше просто клонирую полигоны. Я клонирую вот этим вот инструментом. Это более удобно. То есть я удерживаю Shift и сразу тяну за одно ребро. Чтобы подкорректировать одну из точек, нужно нажать, ну, при вот этом инструменте, нажать одновременно Shift-Ctrl-Alt. Вот я поправляю точку, которая четко... Ну, в данном случае этот плен базируется на задней плоскости, не на картинке, а просто в нулевой точке. Можно было бы сделать быстро плоскую фигуру, такую немножко выпуклой этой рыбы, и тогда бы эти четко полигончики ложились по ней, если бы вот здесь вот переназначили саму структуру, по какой будем возить. Но в данном случае меня пока устраивает плен. Короче, поехали. Много слов. Вот так вот мы вытягиваем. Вытягиваем. Я хочу ее пока делать не очень высокополигональная. Она у меня будет такая шестигранная в своей сечении. Рыба такая себе напоминает, как типа сом. Плоскость приплющенная сверху снизу. Вот где голова. Так, вот здесь мы поправим. И потом я буду натягивать на нее еще вот эту же текстурку, которую сейчас и сотворил. Ну, дошел до конца. Хорошо. Так, теперь попробую сделать... Смотри, чего там сверху получается. Значит, поверну строго под 90 градусов вот эту дрянь. Посмотрим сверху. И подвинем ее. Так, только чутка опустим. Временно опять нажму Alt-X, чтобы она была видна. Ну-ка, видно? Плохо видно. А ну-ка, если я закрою. Ну, это пипец какой-то. Где же ты? Почему я ее не вижу? Жесть. Другим цветом сделать, чтобы ты была видна. А ну-ка. Так, я сейчас просто охренею. Ладно, применю к ней модификатор Shell. Ну, просто, чтобы она толстая стала. Ну, это просто какая-то жесть. С этим Максом, блин. Все, стало видно. Отлично. Значит, вот я где-то тут ее ставлю. Ага. Все, Shell могу убрать. Включу вот это дело.
И, как говорится, быстренько все вот эти мансы ее, постараюсь, да, лучше, наверное, вот этим инструментом, чтобы не выделять каждые по две. Ну, прогоню по боку ее структуры, вот этой вот вид сверху. Так, чтобы она не выходила вот далеко, поскольку там текстурки уже нет. Здесь во вьюпорте текстура, конечно, показывается големовато, но на самом деле она вроде бы неплохая. Благодаря нескольким фотографиям, которые оставил продавец этой рыбы, какой-то ушлый 3D-моделлер, который решил ее продать. Так, ну ладно, вот, сделали. Обратно вернемся на вид сбоку. И делаем следующее. Сейчас я опять нажму Alt-X. Теперь, когда мы вернемся в этот инструмент, теперь получится такой интересный момент. Если я, удерживая Shift, например, вытягиваю вот так полигон, потом поправляю эти точки, то вот эти точки сейчас, они станут опять в нулевую координату. И получается вот то, что мне нужно. Она сейчас становится прямо на свое место. Каждый вытянутый полигон станет вот тут вдоль по одной оси, ну, нулевой оси. Так, то есть я делаю вот так вот. Быстренько пошел. Вот так вот пробежался. Вот так пробегусь. И все те полигончики, они уже четко станут в свое нужное место нулевой координаты. Таким образом мы получим на данный момент низкополигональную рыбу-собаку. Но это Dogfish. И я не знаю, почему она собака. Вряд ли она умеет гавкать и брать след. Но ничего не попишешь. Мне ее нужно сделать. Так, смотрим. Вот она как раз четко в один ряд стала. Теперь сделаем то же самое снизу. В этом также инструменте есть такая фича классная. Можно нажать не Shift, а Ctrl-Shift. И вот так вытянуть сразу все. А потом, ну, естественно, придется поправлять. То есть, поскольку что там придется поправлять, что, ну, действий одинаковое количество, поэтому можно было бы по одному полигончику просто вытягивать. Это происходит все быстро. Вообще, это инструмент не моделирования, а ретопологии. Когда мы делаем ретопологию по какому-то очень-очень высокополигональному объекту, можно быстренько пробежаться, вот так вот построить свои полигончики. У меня там где-то есть уроки, как я там свитер, что ли, делал. По поводу этого инструмента. Так, ну ладно, вот создали. Создали, отлично. Теперь надо будет плавничками заняться. Ну ладно, плавнички. Тогда немножко подвинем сюда. Так. И займемся плавником. Держу Shift. Вот, вытяну. Опять сюда прошелся. И сюда. Так. Ладно, пройдем здесь. Что-то я тут не то накуролесил. Так, Ctrl-Alt-C. Коллапсим. Ну, в общем, пускай будет так. Я хотел там закрутить, замутить. Ладно, пойдем теперь с этим разберемся. Пускай тут будет 3, хотя можно вот выйти на 2. Но все-таки сделаем 3, пускай будет чуть-чуть побольше. Сюда. Так, поехали.
Вот. В сущности, можно здесь выйти на один полигон. Тогда включим эту кнопку и, удерживая Shift, проведем от этого Edge до этого. И он просто зашьется. Так, сделали здесь такое дело. Теперь у нас есть еще вот тут парочка таких плавничков странного вида. Пока что они все делаются в нулевой координате, их придется потом немножечко расширить. Так, вот этот сделал. Теперь вот этим займемся. Вот так вот пробежимся. Здесь. Так. Так вот и здесь. Ну, вроде бы как что-то похожее на... Ой. А, ну нормально, пускай оно тут таки будет. Оно в нулевую точку стало. Отлично. Все. Вот эти два плавника, они растут, конечно, не из брюха. Ну, то есть не из самого киля. Они растут вот где-то отсюда. Поэтому их нужно будет сделать немножко с фантазией. На вот эти изломы пока внимания не обращаем, поскольку потом я включу сглаживание, она вообще четко получится. О, это я, конечно, перестарался. Не надо было дергать за эти точки. Это была ошибка. Я забыл. Придется вернуть их быстренько на место. Они же примагнитились сразу к нулевой точке. А я когда их дергал, об этом-то забыл. Все, вернули все на родину. Хорошо. Ну-ка. Вот такая. Так, теперь по поводу вот этой дряни. Здесь мы вот эту отодвигаем. Можно так сделать. Соответственно, и здесь чуть-чуть отодвинем, поскольку верхний плавник имеет же какую-то толщину, хоть он тут и сильно такой плоский, насколько я рассматривал картинки и видео, но тем не менее хоть какая-то утолщенность должна оставаться. Должна присутствовать. Так. Ну вот так вот. Готово. С этими разобрался. Теперь быстро с этими разберемся. То есть мы вот этот отодвинем. Вот эти вот. Вот этот и парочку здесь тоже отодвинем. Теперь их, боже упаси, не тронуть. Нужно будет с вот этим инструментом, чтобы мы их случайно не тронули, а то станут обратно в нулевую точку. Так, готово. Ну, теперь же займемся вот этими вот плавничками. Так, посмотрим, откуда растет вообще этот плавник передний. Он вообще растет. Ага, вот он откуда вырастает. Хорошо. То есть вот здесь его произрастание начинается. Нажимаю Alt-C и буду делить сейчас этот полигон на какие-то моменты. Так. Так вот, здесь Ctrl Backspace и здесь Ctrl Backspace. Все, вот отсюда мы начнем выращивать нашу плавниковую, переднеплавниковую систему. Так, ну как же это сделать? Может быть, вот так убрать? Беда в том, что я на ходу придумываю. Ну ладно, пойдем. Так и пойдем. Хорошо. Так. С удержанием шифта сделаем вот так вот. Так, допустим, да, сделал я вот так.
поставим здесь. Ну-ка. Ну, вроде как пойдет. Так, берем обратно две этих с удержанием шифта, тянем ее сюда. Равняем. Сейчас я просто делаю модели обыкновенным моделированием, занимаюсь, то есть не вот этим инструментом. Шифтом тяну, вот, то есть точки я равняю без всяких там удержаний, куча всяких кнопок. То есть вот Shift нажал, скопировал. Потом точечки подровнял. Сейчас с другого ракурса посмотрю, на что это похоже. Может, куда-то еще подровнять придется. Стопудово. Так, ну и закончим уже. Надо заканчивать с этим плавником, а то пока я стараюсь выдержать низкополигональную модель, а смотрю, что тут у меня уже полигонов на этом плавнике предостаточное количество. Получается, надо их даже убавлять уже немножко. Ну ладно. И вот наш плавничок. Теперь мы его доведем немножко до ума. Чтобы он немного торчал в сторону. Перво-наперво я его подплющу. Так, двойным кликом можно выделять весь edge. Так, ну вот, ладно, подплющил я его. И мы его. Попробуем теперь в сторону отнести. Так, сюда. Да. Ладно, да, уже сразу и этот. Возьмем и енту сразу. Что там здесь? И, конечно, лучше по одному. Так, поставили. Как-то так будет меня. Так. Сетку гридовую ненавижу. Вот, готово. Теперь мне нужно его делать. Сделать будет быстренько толщину. То есть, что я имею в виду конкретно? Мне нужно будет взять. Черт, как же его. Ладно, тогда я просто сделаю бриджем. Вот так. Потом, если надо, разделю его. Так. Ага. Придется делить, потому что тут не сходится по точкам. Так. И тут нажму Alt Q. Скрою все объекты, кроме выделенного. Потом Alt X, чтобы сделать его нормально видимым. Добавлю недостающее ребро. Пока оно выделено, чутка его выделю, ну, отведу в сторону, чтобы придать толщину. И мне нужно вот эти два вертекса Ctrl-Alt-C склеить воедино. Так, вот так получается этот плавник. И осталось только вот тут вот зашить. Можно выделить два вот этих вот эйджа, опустить их вниз. И сделать следующее. Тут есть инструмент Target Weld. То есть выделяем первую вершину и потом к которой ее присовокупировать. То же самое с обратной стороны. Ну а это уже просто вручную подвинем на место. Все, вроде бы как. Ага, вот тут, конечно, какая-то лажа вышла. Ну, ничего не попишешь. Тут мало еще полигонов. Потом я их буду добавлять. И оно будет более-менее нормально. Так, отходим все. Немножко сейчас
Вид сверху я кое-что подправлю, а именно я хочу повернуть все сюда. Что у меня сейчас неправильно. Я вообще привык работать, когда я нажимаю F, фронт, то я должен видеть ее конкретно фронт этой рыбы. Если нажимаю, допустим, left, right, тогда это все сбоку должно быть. Так, это я чисто свои захеры подправил. Так, пиши далее. Берем этот плавник. Он тоже, их тут два. Но он не так сильно сбоку, нежели вот этот. Он так ближе туда к килю, но их там все равно два. Я это проверял. Так, значит, значится вот он. То есть, я здесь делаю тоже небольшой надрез. А такой. Так. Ага. Бэмс. Ну и начнем отсюда рожать плавник. Выделяем Edge. Бросим дело сюда. Отведем его сразу в сторону. И пойдем клонировать. Так. Так, я буду сразу каждый шаг отводить в сторону, чтобы потом это не выравнивать. Сюда. Так, вид спереду. И сюда. Не буду тут много плодить. Геометрии. Так, что можно сделать дальше? Дальше мы можем. Так, а ну-ка попробую взять вот эту штуковину. Сейчас быстренько вот так вот построю. Но потом, правда, придется это все очень сильно выровнять, чтобы все вот эти в нулевую точку сейчас улетели. Так, поэтому я сейчас их буду, ой-ой-ой, как равнять. Так, ну это не сложно. Сюда приехали. Так понемножечку раз и подправили. А ну-кась. А ну-кась! О, а лично. Как говорит один мой американский друг, алычно. У него очень сложно сказать слово отлично. Поэтому он говорит алычно. Так, идем дальше. Движемся сюда. Тоже подровняем их все. Хренясь и готово. Так, еще раз гляну, чего и получилось. Вроде нормально. Теперь Alt-Q, скрывая все, кроме выделенного Alt-X, делая ее опять непрозрачную и соединяем влюбленные сердца. Недостающий Edge. Пока он выделен, делаем ему небольшую толстоватость. Что тут за хрень получилось, не понял. Ага, чего это я тут недошаманил. Ладно, выделю вот эту штуку и делаю кап. Чего там вышло? Хреня какая-то, ну ладно. Еще раз напоминаю, что когда я включу сглаживание, вот, например, здесь, то все будет, по идее, нормально. Хотя вот тут я не вижу, что все нормально. Но разберемся, пока рано. Разберемся понемножку. Так, смотрим. Все, вроде бы низкополигональная структура всего, чего я тут набедокурил, получилось. Посмотрим быстро, что у нас сверху. Попадает ли она
Отлично, я вижу, что она никуда не попадает. Просто бомба. У нас вот эти плавники вообще должны вот утыкенные быть. Ой-ой-ой, вот эти. По плавникам я тут маху дал еще того. Да, за эти плавники я забыл на них глянуть, как уши у слона. Я тут их там, как у рыбки выращиваю. Ну что ж, придется тогда немножко изменять. Значит, суть какая? Если мы смотрим отсюда, сбоку, все должно остаться на месте. То есть, получается, что вот эти точки плавников ни в коем разе не поднимать, не опускать вниз. Только отодвигать их в сторону от рыбы при виде, ну, топ сверху. То есть вот я перехожу в топ. И вот так вот только вот сюда мы можем их двигать. Ну, по идее, сейчас так я их попытаюсь выстроить, чтобы они заняли. И, конечно, тут полная жопа получается. Ладно, придется куда-то сюда. Ну, ничего страшного, она все равно вверх-вниз не идет. Все норм. Что там получится, ну, сейчас будем смотреть. Так. Опа-чё. Хренысь. Что это за пиптык торчит? Вот этот. Вообще непонятно. Ну ладно. Предположим. Ага. Ой-ой-ой. Надо будет тут тоже что-то подравнивать. Чего это подравнивать придется, опускать что-то. Какая-то аномальная зона получилась у нашей рыбы-собаки. Так, ладно, ну хорошо, что тут... Вижу, что вот здесь немножко хотелось бы подправить. Там здесь чего-то подправить. Что здесь за фигня? Тоже не пойми, чего и получилось. Что-то сюда, давай все назад скинем. Ладно. Ну что, вроде бы... Как-то вот этого вот. Подправим нижнюю часть плавничка. А то он запал туда. Вверх. Чуть-чуть вернем на родину. Толстый сильно получается. Я там наблюдал за этой рыбой с собакой на видео. Там как бы все. Ну, плавники у нее вот эти вот, они тонкие. Поэтому... Нельзя делать ее сильно толстые. Так, ну что ты тут? Получайся у меня. Нет, это рыба. Собачья рыба. Вот так вот делаю. Ладно, оставим пока плавник передний. Вот задний. Там та же фигня. Капец полный. Ладно, берем самый его край. И начинаем оттягивать в сторону. А тут еще беда в том, что ракурс сверху и снизу у меня лично у самого мог не совпасть. Ну, в любом случае, надо что-то делать, что-то придумывать. Как-то это дело решать, чтобы она, как говорится, сверху тоже ж была похожа. На то, что мы видим сверху у нашего продавца рыбьих ошметок 3D-шного формата. К сожалению, как говорил Шура Балаганов, бедность нас заставляет
включать мозг и моделирование, моделированное искусство. Не было бы бедности. Купил бы за $70 эту хренарыбу, да и все. А так приходится ее изыскивать. Внутренние резервы. Как говорил Карцев, что ли. В общем, какой-то юморист говорил. Об изыскании, о внутренних, тайки-то лесом, о внутренних резервов. Дорогие товарищи. Так. А что? Что здесь? Явно не хватает вот такой штуки. А лучше всего, наверное, вот такой. Чтоб всем уже было. Ладно, так, смотрим. Сверху. Сверху. А-ля более-менее. Снизу что-то типа того. Где-то лето бродит. Тик. Ух ты, ё-моё, тут нихера. Ну ладно, не важно. Буду что-нибудь потом просто дорисовывать текстуры. Потому что я так буду долго гонять туда-сюда лысого, пока попаду в эти текстуры сверху и снизу. Так, готово. Итак, у нас имеется вот такая красивая модель. Низкополигональная модель рыбы-собаки. Собаки! Так, у меня вот тут проблема. Я ее сейчас исправлю, эту проблему. Да чтоб тебя. Да, вот я взял как раз все эйджи примыкания плавника к брюшку. И хочу поправить их чуть-чуть сюда. Так, готово. Значит, на данном этапе мы можем очень легко и просто сделать развертку. Пока мало полигонов, быстренько можно развернуть. Другое дело, что стоит ли это делать, потому что у нас все равно мы будем основываться своей разверткой на вот эту хрень. То есть нам нужно сделать развертку вверх и вниз. Чудесно. Ладно, это надо подумать. Так, ладно. В общем, попробую сейчас один способ. Не получится, удалю это видео. Если вы сейчас смотрите то, что сейчас я показываю, значит, чего это получилось. Но сейчас, на данный момент, я этого не знаю. Так, ладно, поехали. Отправляем ее. Куда-нибудь в формате FebEx. Открываем. Так, открываем программу, как она, резум, загружаем данную модель, так, сейчас я делаю ей развертку, перво-наперво, оторву плавники, выделяю Edge, нажимаю C. Двойным нажимаю, выделяю Edge, нажимаю C, ну, S русскую. И также у нас вот этот плавник не нужен нам здесь, все. Теперь, поскольку плавники-то у нас тоже должны быть с обеих сторон развернуты, поэтому двойным кликом нажимаю C, C. Так, то же самое надо сделать с этим плавником. Си.
Си, я прям как итальянец. Си, сеньора, си. Ну все. Теперь нажимаю У. Получилась у нас вот такая разверточка. Теперь разверточка замечательная получилась. Дай-ка я ее сейчас нажму П. Нормально. Ладно, сохраним пока. Вот так вот. И открываем, вернее, не открываем, опять переходим в Макс. Сейчас, если я сюда притащу эту модель уже с разверткой, будет конфликт имен. Поэтому А, можно ее просто удалить, Б переименовать, но я ее удаляю. Так, тянем сюда ее. То есть она сейчас станет на то же самое место. Вот она стала. Как будто бы тут и жила. Только у нее уже есть только что полученная развертка. Только что полученную развертку постараемся сейчас подогнать вот эту вот картину Репина, которая у нас есть. А для этого мы ее возьмем, нанесем прямо на эту ребенцию. Вот так. Дальше зайдем в разверточку здесь. В модификатор, который я только что назвал в рамке VVMap. Ну, применим к ней моментально текстуру. Так, а где текстура, которая только что была назначена? Очень странно. Как она вообще называется? Я же должен ее тут видеть. Это чекер, который нам нахер не нужен сейчас. Еще какая-то будет всякая фигня. И текстуру. Ну давай пикнем текстуру. Во, получилось, слава богу. Так, после этого плавники пока несем в сторону, чтобы не мешались. Надо будет умудриться вот это вот подогнать туда. Блин, вся же беда в том, что у меня что-то еще сверху красиво так. Просто красивишь на сверху, вот идет красиво как. Блин, нужно будет либо потом текстуру как-то сочленять вверх вниз, либо тут разделять. Ну, лучше, конечно, текстуру сочленять, потому что я не смогу бесшовно все это сделать. Так, ладно, начнем с этого дела. Как-то так. А-ля как-то так. Так, значит, пускай будет здесь. Теперь мы выделим по точке. Слава богу, пока у нас... Ага, понял, надо это включить. Пока у нас низкополигональная модель, точек мало. Поэтому можно спокойненько вот так вот поелозить и сделать дело. Так, конечно... Хорошо было бы это сразу смотреть там, во вьюпорте. Я это, конечно, всегда делаю на двух мониторах, но запись не происходит сейчас с двух мониторов сразу. Поэтому действую по приборам, короче. Теоретически понимаю, что делаю правильно. Но результат посмотрю попозже. Вот такая вот хренопахерупина получается. Так, это все пойдет уже там на брюшко. Я его, естественно, доделаю на текстурке. Так. Как?
Так, что я делаю? У меня же тут низ должен идти аж сюда. Поэтому не спешим, не спешим. Что здесь так и остается? Так, это пойдет повыше чутка. Хотя там особо и некуда. Кажись. Ладно, пока я, наверное, все-таки хвостик ставлю как есть. Ничего, и такая-то здесь не надо выходить. Он плоский. Хвостик плоский, поэтому пускай, ладно, он остается в этом диапазоне. Так, пошли сюда. Поманеньку, давай все сразу поехали. Чтоб быстрее дело шло. Так, это мы сюда растусуем. Так, есть такое дело. Дэн. Ходили. Ох, какая красотища. Не, конечно, блин, в этой развертке максовской вот не хватает, конечно, вот того инструмента. Моделирование, когда идет пластика, там, когда целую совокупность точек гоняешь. Может быть, он тут есть, и я этого просто не знаю. Чтобы так вот по одной точке не гонять эту лысого не. Так, а тут мы плавненько сойдем на нет. То есть вот тут пускай где-то здесь будет, а тут вот так вот. И мы постепенно выйдем на нее. Хотя тут еще плавник. Ё-моё. Плавнику надо дать, конечно же, свое место нужное. Вот когда делаешь сначала низкополигональную модель, хотя бы не сильно долго возишься с этими точками, поскольку их не сильно много. Полигональная модель. Так, ладно. Сделали здесь. Эти постепенно выйдем сюда. А, вот еще один красавец. Ладно, ставим ее здесь. Поехали. Займемся делом. Так. Ударим. Так, у меня вопрос. Ты мне что тут за хрень показываешь? Собака. Рыба-собака. Слушай, ты что прикалываешься? Что это? Ты где-то там куда чекер включил, он до сих пор чекер включенный, что ли? Так он же, я же вроде на текстуру переключился. О, что-то я убрал эту штуку. Ладно. Еще раз тебе положу. Положить еще раз. Лень. Так, ну в общем, я сейчас смотрю на боковой. Вот этот вот ряд. Вроде бы что-то так себе нормально. А здесь, естественно, она не доходит. Я так и делал, потому что у меня там вот здесь вот будет добавлена вот эта верхняя часть. Вот, я это уже добавлю в фотошопе сейчас. Для этого. Так, для этого. Еще раз. Так, теперь мы сделаем следующее. Значит, эта дрянь у нас на месте.
плавники невероятно громадного размера. Наверное, их такие уменьшим приблизительно. Где-нибудь разложим сейчас. Пока. Вот здесь пораскладываем. И сделаем рендеринг. Так, 248 у меня там. Рендерим. И сохраняем то место, где мы делаем все потроха этой рыбы. Так, вот. Сюда нажали и сохранили как PNG-шку. Теперь. Вот я ее открыл, эту PNG-шку. Мы ее, естественно, не видим. Потому что она... Ну, зеленая и белая на белом шашечках. Вот, поэтому я ее сейчас перетащу сюда. Удерживая Shift. Перетаскиваем сюда. Тем самым она ложится четко. Также и в своем месте. Ага. Так, сделать нужно немножко поправочку на ветер. Поправку на ветер. Ну, это с плавниками. Мы не попали туда, куда надо. Поэтому и с ними. То есть, что мне нужно? Мне нужно сделать. Взять, например, брюшко. Дорисовать его здесь. Вот отсюда взять. Здесь взять вверх. Дорисовать ее тут. Вот я сейчас начну это делать. Пытаться это делать. То есть, вот моя рыба вверх. Я ее беру вот так вот. Так, мне абсолютно не нужен здесь плавник. Конечно же. Я его, ну, просто сотру. И начну добавлять вот здесь вот эти моменты. Так, предположим, где-то вот так я ее положу. То есть я эту рыбу, которую я взял, вот отсюда, я еще не раз возьму. Так. Сотрем вот здесь вот затемнение, которое там просто получались от света. Вот, плавненько сделали переходик. Сотрем глаз, вернее не сотрем глаз, а мы продублируем здесь текстурку. Вот этим штампиком, чтобы просто здесь глаза не было. Глаз у нас, там надо будет разобраться, где вообще глаз, лучше всего и вообще объем сделать. Так, я пока здесь все сделаю вот так, вон там смотреть. Временно можно вот эту закрыть, чтобы посмотреть, все ли хорошо. Вот здесь вот момент, где она переходит одна в одну, можно опять же штампиком вот этим отсюда сюда попереносить текстурки, чтобы вот этого вот переходика такого уж прямо резкого не было, так местами потыкать. И вроде бы как сгладилось. Так, ну вот, теперь мы смотрим, уже у нас и верхушечка рыбки чуть-чуть появилась. Я, кстати, могу сейчас временно, ну да, еще раз перейду в поле и временно сделаю сглаживание, чтобы хоть немножко смотреть на нее прилично, а то она так сильно уж квадратная. То есть вот, смотрим, сверху вот уже... Вполне этот кусочек неплохо тут залег. Пойдем смотреть, чего и там дальше можно нашаманить. Так, нашаманить нам, естественно, нужно... Так, смотрим дальше. Вот здесь у нас момент. Прореха. Поправим здесь его также. Хотя в сущности... Так, включим, где там у нас развертка. Вот этот момент заклеить надо. Слушайте, мы можем не брать сверху эту дрянь. Я могу спокойно здесь эту прореху заклеить штампиком оттуда. Беру вот так эту текстурочку и начинаю ее просто здесь вот так вот клонировать. И все. То же самое могу и вниз сделать, но снизу там другая текстура, ее нужно как-то соблюсти. Ага,
И еще одно. Поскольку здесь у нас плавничок, надо вот так его освободить от ненужной верхней текстуры. Вот этой. Так, вот. Освободили. А здесь тоже где-то был плавник, или это он и есть первый? Да, это он и есть. Все нормально. Нормально. Так, ладно. По сути дела, за ненадобностью вот этого остального я могу его удалить. Так. Да. Готово. Теперь мы брюшко добавим. Вот оно. Берем. Так, ну ладно, это у нас получается вот эта часть. Я ее просто возьму, просто эту маленькую часть, и все, не хочу я тащить сюда всю рыбёху эту. Вот так вот оторву. Так, Ctrl-J нажать. Что такое, не выделил. Ctrl-J. Вот я его потянул. И вот здесь мы его сейчас присовокупируем. Сотру ненужные моменты. Вот так. Поставлю его сюда. И нажму Ctrl-T. Вот этот инструмент. Немножко заверну его. Ну, выгну его приблизительно хотя бы по вот этому вот силуэту моей рыбы. Где-то вот так. Вот он хотя бы чуть-чуть походил на то, что надо. На то, что нужно походить. Конечно, нужно следить, чтобы он не сильно потянулся. Тянется текстура и получается говно. Так. Ну ладно. Поехали. Смотрим. Здесь практически вот так вот все надо убрать. Так вот где-то. Здесь. Эч, стоять. Ну и штампиком сейчас немножко наклонируем там, где не хватило. Здесь моментик. Тут. Тута! Так, здесь. Здесь. Это у нас нижняя часть. Что-то тут за пятно мне взялось откуда-то, не возьмись. Там, блин, задолбало. Ладно, не хочет. Вот отсюда посветлее. Так, готово. Теперь здесь сейчас наштамплю. Тут тоже впереди не совсем красиво. Вот так вот наделаем сейчас. Штамповок. Вот, залепили. Вот наша волшебная разверточка, которая должна быть заполнена не менее волшебной текстурочкой. Все, в сущности, здесь готово. Так. Сейчас сохраню еще раз текстуру. Так, и мы посмотрим, чего и получилось. Так. А, я забыл зеленую сетку выключить. Поэтому здесь она тоже видна. Ну, неважно. Посмотрим пока, как получается. То есть вот у меня брюшко уже есть. Сверху есть. То есть вся вот эта длинная колбаса, на ней текстурка эта уже лежит хорошо. Теперь мне нужно разобраться с плавничками по-быстрому. И все будет отлично. Так, выключаем сглаживание. Сейчас опять
Unwrap Envelope. Включу текстуру, чтобы сейчас уже не промазать по плавникам. И плавники. Так. А, я понял. Это ж там на текстуре сейчас эта хрень. И плавнички отнесем в сторону, чтобы им дать текстуру. Ну, может, мне вот это понадобится. Хрен его знает. Может, я как-то по-другому потом перезадумаю перетекстурить, просто сверху ляпнуть. То есть это на всякий случай я хочу сохранить. Поэтому я плавнички вот отнес в сторону. Можно даже поменять местами, поскольку здесь вот побольше места для больших плавников, а тут поменьше места, скажем, для малых плавников. И сделаем еще раз рендеринг. Да что ж ты не запоминаешь? А, ну да, чему ему запоминать, что я модификатор грохнул. Так, и еще раз сохраняю. Здесь. Так, я позакрываю ненужные картинки. Здесь мне нужно перезалить новую. Так, вот, плавнички теперь на месте. Хорошо, могу ее цветом выделить. Не забывать выключать. И теперь займусь плавниками. Да, только я не помню, где верх, где низ, но будем наугад. Так, начнем с самого жирного. Вот, красивейший, красивейший просто плавник. Передний плавник. Низ переднего плавника. Так, отрываем его Ctrl-G. И поехали. Сейчас куда-то будем подставлять. Это явно из вот этих двух плавников. Какой-то явно из них. И сейчас мы поймем, какой. Я просто подставлю вот сюда. Для начала посмотрю, угадал я или нет. И сохраню картинку. Сохранил. Переходим. Сюда и смотрим. О, угадал. Это низ, да. Тут, конечно, жопа, блин, полная. Сглажено. Просто жесть. Потом поправлю. Неважно. Так, смотрим. А что же это похоже? Как же это должно выглядеть? Так, хотя в сущности не имеет никакого значения. Главное просто текстуру вот так вот залить. Аккуратненько по всему размеру плавничка и все. Так. Вот это я закрою, естественно. Мне нужно сохранить вот эту вот красотень, да и все. Ну все, вот в сущности он его заполнил. Вот он немножко проведу на всякий случай. А здесь получается плавник верхний. Ну, передний плавник. Его верхняя часть. Она у нас вот где живет. Тогда я ее сейчас отсюда изыму. Ну, можно не обязательно выделять прямо этот слой. А можно нажать Ctrl-Shift-C. А потом Ctrl-V. Вот он упал. Да. Как-то не упал он. Какой-то глюк. Но должен. Ладно, Ctrl-J. Оторвем старым проверенным способом. Так, и вот сюда вот этот плавник упадет. Но я могу сделать, конечно, вот... Так, отвлек меня Манюха телефон, поэтому вернемся к нашей теме. Я вот что хотел сказать. В сущности, я могу... забить на этот плавник, а взять просто какой-то красивый момент, вот мне вот эта часть нравится красиво, и просто ее клонировать сюда, перенести, она тут будет красивая и может быть зачетно выглядит. Сейчас я это и проверю. Я возьму. Вот так вот. Вот нарисую такую херню штампом. Так, потом
Отсюда опять заштамплю ее и проклонирую во все стороны. Вот. Ну, там можно еще вот эту черную часть удалить. О, я потом спросил. Да, сейчас я сохраню. Посмотрю, чего и вышло. Вот говно получилось. Полнейшее. Вот так, низ мы видим. И вот вверх. Ну, мне нравится. В общем-то, красиво легло. Вот так. Текстура здесь нормального качества. Я сейчас включу рендер, какой там есть онлайн. Здесь освещение, чтобы было понятно, что это галимая текстура. Она просто во вьюпорте галимая. То есть вот она на самом деле вполне приличная. Потом еще бампики сделаю сюда-сюда. Так, ну и вот то же самое я могу сделать для этого второго плавника. Вот вторые плавники. То есть я могу взять, просто перенести эту штуку сюда. А эту штуку... Ага, понял. Так просто. Сейчас оторву. Так. Понял. Вот, а эту перенесем, скажем, вот. Ну, уменьшим. Уменьшим. Так, сохраняем. И смотрим. Вверх ногами. Перепутал. Перепутал. Так. И вот так. Так, это можно уменьшить. Если честно, вижу, что тут вообще вверх ногами развернутый. Но даже особого значения. Так, ладно, так вот и штангиков немножко подправлю. Сохраняем. О, теперь на месте. Рыба-собака. Значит, у этой рыбы-собаки есть еще глаз, который я хочу сделать вручную. Вот здесь, наверное, прорежу. И рот. Ну, где-то тут. Также жаберные дырки. Я их хочу сделать именно вручную, вырезать, чтобы они не были не текстурные. Тут, кстати, у меня чего-то не хватает. Проверим. Где-то я не доштамповал. Поэтому доделываем косяки. Надо выделить эту часть. Теперь нормально. Ну, здесь, конечно, еще не доштамповано. Можно пройтись везде по всему периметру и пододелывать. Кстати, вот неприятный момент. Вот цвет брюшка не переходит плавно в такой же цвет плавника. Поэтому эту вещь нужно явно подправить. Делать это тоже не сложно. Где у нас? Вот у нас главный плавник. Нужно только понять, откуда у него растет. Вот отсюда у него растет. То есть я беру. Что делаем? Так, берем брюшко. Вот оно, брюшко. А вот этот вот. Я его склею в один. Вообще сложно. И сделаем следующее. Берем штампик. Отсюда. Класс. Удержание мальта. И сюда. Вот так вот растянули. Вот так. Еще раз взяли. Немножечко. Вот так вот мы уравняли цвета. Теперь я должен постепенно выйти из этого цвета в этот. Чисто постепенно. Поэтому я могу действовать тем же штампом. Распространять заразу. Плавненько туда-сюда. Вот так вот мы перейдем.
пофантазирую, так сказать. Вот мы плавненько поплыли. Я надеюсь, что уже за край. Сейчас оказывается, что я не с той стороны это делаю. Будет весело. Так, а ну-ка, если я закрою и сохранюсь. Так, о, задал нормально. Ну, вот плавненько будет с него в него. Не боже и переходить. А вот эту вот черненькую, вот ее нужно убрать. Она меня раздражает. Ну, короче, это все уже мелочи. Это мелочи, которые касаются чисто моего случая. Понятное дело, что у вас там будет подобную хрень делать. Будет совсем другая дрянь получаться. Надо будет думать совсем на другую тему. Так, ну вот я подкорректировал здесь. Все. Так, теперь сложил я вот в одну целую хереной. Ну, то есть я сделал один единственный слой для той текстуры, которая у меня здесь вот получилась. Я ее немножко сделал sharpen, то есть фильтр нажал. И нажал, значит, sharpen. Чуть-чуть она стала резче. Также я ее нажму Ctrl-J, сделаю Ctrl-Shift-U черно-белую. И вот этим вот фильтром, это плагин, он нужно его ставить дополнительно, делаю ему Normal. Так, вот таким вот способом у меня получается будет немножко она с нормалом. Ну тут нужно не переборщить, рыба как бы она сама по себе так гладкая там. Но иногда я подбираю, ну вру немножко. Делаю такой нормал, пампик немножко. Показываю рыбу в воде блестящую, это тоже неправильно. В воде рыба не блестит, она блестит только наружу, потому что мокрая. Но я это все делаю, потому что это красиво. Человек, который заказывает, например, рыбу, ему это нравится. Поэтому вру. Вру. Так, готово. Ладно, сохраню нормал. И будем продолжать. Так, продолжим. Значит, теоретически я планирую включить симметрию, конечно же. Вот. Где-то так она будет включена. Сейчас посмотрим, насколько она работает хорошо. Ну, вроде все нормально. Ага, не все. Ну, да ладно, не важно. Переходим опять на стеки модификатором на editable поле и включаем вот эту пробирку, чтобы все-таки симметрия работала. Ну и местами просто подкорректируем. Так, позашиваем местами, где там они разошлись, швы. Так, теперь смотрим снизу. Вот я вижу тут проблему. Сильно киль такой острый. Острый киль мне не нужен. Поэтому я его хочу подровнять. Подправить, вернее сказать правильно. Вот так я его поставлю здесь. И вот эти буквально несколько точечек. Можно даже с этими. Так, опустим чуть-чуть вниз. Где-то так. Так, вот. Теперь уже голова немножко более-менее правильно. То же самое, наверное, добавим и здесь. Так, возьмем за данные точечки. И вниз чутка опустим. Вот. Животик у рыбы с собаки уже тоже приобрел более правильную форму. Ну а хвостик, не знаю, наверное, можно оставить как есть.
Как есть, как есть. Ну или все же добавить. Попробуем. Так, по идее, точки все и выделились, те, что нужно, да? Ну, конечно, кроме вот этих. Надо мне прям до самого хвостика его гонять. Чуть-чуть здесь вот так вот подправим и вся. Верхушка. Верхушка та же штука. Добавлю. Вот так по всему. По всему периметру. Даже не так, а вот тут-то сюда. Поднимем чуть выше. Вот где-то здесь. Так, и посмотрим. Сильно плохо все. Плавненько чуть-чуть тоже выедем на нет. Ладно. Ну все, как-то вот так у нас будет выглядеть это. Рыба-собака. Так, 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 так. Ну, это не очень красиво. Ну, да не важно. Пойдет. Значит, мне нужно будет также сделать ряд. Также мне нужно будет сделать глазии. Так, смотрим. Это ее низ. Тут же ее верх. Кстати, тут в плавниках вот такие вот странные. Ну, короче, странная форма плавников, которую я, кстати, не учел. Не учел. У меня не так это дело выглядит. Да? У меня вот как это выглядит. Тут получается надо вот такую вот завертушку еще сделать. Умудриться. Сейчас, кстати. Попробуем. Так и сделать. Так, перешли опять на эту. Получается, вот тут все так и остается. Блин, надо еще вот здесь равнять. Дойдет до этого. И нужно. Получается так. Так. А потом как-то еще эту фигню сюда завернуть. Вот это я тут. Мало полигонов для этого дела. Маловато будет. Так, давай выйдем обратно сюда. И попробуем что-нибудь тут придумать. Чтобы сделать такой же смешной плавничок. Так, это она уже присовокупировалась к прыжку. Ладно. В сущности, все, что нам нужно сделать, насколько я понимаю, это сделать маленький надрез. Предположим. Ого. Большой надрез. Так, давай-ка я его все-таки чуть-чуть по-другому. Вот так. Здесь вот так отрежем. Так, ладно, отрезали. Ну и, естественно, блин, что-то внутри там идет. Ага, ничего там не идет. Ладно, хорошо. И я его сюда продлю, ну, чтобы как бы грамотная топология полигонов где-то там в том месте, где я что-то делаю, хотя бы сохранялась. А тут мы куда-нибудь потом выведем, не знаю, потом посмотрим. Так, а вот эти вещи, допустим, нам надо сшить вот эту. Кого там? Я тут за
впутался в край. Ну ладно, предположим. Мы вот эту бриджним. Вот эту бриджним. А эту мы капнем. Потому что она не бриджнится. Ну ладно, сейчас включу. Опа. Чего этот получится у нас? Ну, естественно, немножко подшаманить. Ох ты! Не за те жабры схватил. Вот за эти. Надо схватить. Так, ну как-то так. Ладно. Где-то. Как-то так. Так, все же, что же тут придумать? Ну, никак не хочет нормально тут жить нормальной жизнью. Все видимости нужно здесь чемфер сделать вот этим вот ребрам. Может быть, дело спасет, потому что все выводить на такой острый угол, это, конечно, галима. Так, да? Ну давай, чифернем. Вот, чифернули разочек. Здесь подправим. Нафига нам тут пятиугольник или шестиугольник? Пусть будет вот так. Здесь с этой стороны тоже явно какая-то кака получилась. Пудов, да? Но хотя все врубаем сглаживанием, и вот тут вроде бы уже не так галимо все выглядит. А что здесь происходит? Что ты, елки? Все, не все чем фернул получается. Сто пудов не все. Какая же зараза. Это ваша заливная рыба. Какая гадость. Это ваша заливная рыба. Собака. Еще одна собака не успокоится на улице. Надо идти впускать ее, то захавкает, блин. У смерти. Так, ну ладно. Будем считать, что плавничок сделали. Так. Хорошо. И у нас по распорядку будет вот эти две ноздри и рот. Вот этот вот красавчик. Мы можем сделать рот. Ротом. Так. Тоже чимфернем. Вот, пожалуйста. Чимфернули ротик. Отодвинули его подали. Так, как должен быть вообще у нее. Ладно, ровно пусть будет. А то не пойми, фиг, наверное, он по-правильному должен быть. И что мы еще сделаем? Попробуем экструдировать. Так, экструднули. Получилось не очень красиво, но это не страшно. Просто нужно убрать вот эту часть. Так. Иногда приходится возвращаться на несглаженную форму. Ни хрена ж не понятно. Так, ну еще раз, да, экструднем маленько. Как раз. Завернем сюда. Сгладим еще маленько разочек.
Так я и не понял. Он туда приедет тоже удалить надо. Вроде как да. Да, правильно. Все. Вот у нас есть протекс. По идее, будет сглаживание двойной. Это рация. Так что где-то вот так будет. Ага, я вот еще одну как вот нашел. Надо еще здесь немножко подправлять. Сильно нос у нее островат. Ладно, поднимем здесь. Здесь. Так. Ну, просто, чтобы по спине киль не шел. Та-дам, та-дам. Та-дам-дам-дам-дам. Так, а здесь киль... И еще тот. Так, и его назад. Вверх поднимем тут. Плоская вроде как должна быть. Рипа. Ладно, готово. Вот теперь нужно определить, где у нее, как ни странно, гениталии. Потому что мне их нужно сделать. Вот не либо здесь, либо здесь, блин. Очень смешно. Кстати, еще ж я не сделал ноздри. Но ноздри сейчас не получится так просто. Я могу, конечно, попробовать добавить. Попробовать добавить, если я добавлю здесь, например. Так, куда-то соскочил. А потом выделю вот эту вот штуковину, да, и попробую экструдировать. Будет ли похоже это на ноздрю? Ну, например, вот так вот оставим. Даже чуть-чуть ниже сделаем, чтобы так было. И попробуем довести это дело до более-менее круглого состояния. Ну, где-то так. А потом заэкструдим больше. Вот. Так, зашли сюда, дырку убрали. Можно ее сделать немножечко хуже. Но самое главное, чуть-чуть подправим вот этот переходной момент. И будем смотреть, чего и получилось. Как-то вот так. Да, смешно. Получился смешной человечек. Так. А здесь, наверное... Маленечко. Короче, гонять надо туда-сюда все эти дела, пока она не получится более-менее вменяемой. Так, еще посмотрим здесь. Здесь уже из-за добавленного одного эджа получается у нас тыковка уже туповатая. Подправляем. Все, что ли? Ладно, вот это еще подровняю. Явно напрашивается. Так, отлично. Я просто насладиться не могу своей работой. Вот сейчас бери, продавай на рыбном базаре. Так. Так, ладно. Перекор будет потом, когда я глазюки сделаю. Вот такие. Так, ну ладно, давай определим, где они. По идее, вот где я и продумывал, да, вот здесь в затемнение. Что у нас тут? Даст ли нам полигонаж? Также точно так же сделать глаза. Не дает. Хотелось бы вот здесь.
Поэтому добавим. Поскольку добавили, немножко подправим, чтобы было гладко. Так, ну а раз добавили, то вот здесь я планирую сделать глаза. Лазюки. Так, если я сделаю инсет, естественно, получится говно. Инсет здесь нельзя делать. То есть, есть такой момент, когда вот так вот. Но... Все нормально все? Блин, парадокс. Отлично, тогда хорошо. Не будем изгаляться. Так, выкручиваю, да. Маленького круглого округлости форм. Так, хорошо. Есть такое дело. Немножечко расширим. Ширим. Вот так. И будем отсюда выращивать глаз. Значит, перво-наперво я хочу сделать вот такое вот увеличение, потом наоборот уменьшение и, как ни странно, удаление. Теперь мы имеем вот такую вот интересненькую формочку, которая будет олицетворять собой глаз. Глазищу. Так, выделим самый край. Да, блин, где она? Так, потерял из виду. Где ты? Вот он. Так, а ну-ка, что мы можем сделать дальше? Ну, по-хорошему, ее, конечно, надо зашить. Странно, но так и было изначально, по-моему, да? У меня тогда вопрос, на кой фиг я прорезал дырку? А ну-ка, давай вернем все назад до того момента, когда я зашивал дырку. Ну, типа да. Суть оставалась прежней. Я могу просто ее подутопить. Выделить эти ребра и сделать им вот эту штуку, просто чтобы она была острая. Или не такая. Так, вот эти подправлю, то есть века сюда. Как-то где-то так. Что-то типа того. Ладно. Можем даже чуть-чуть еще больше приподнять. Вот еще красивее. Ну и, соответственно, в эти отверстия мы вставим глаза. Похоже, что не совсем на том месте, где хотелось бы. Но можно и здесь. То есть где-то вот так вот. Ладно. Насчет глаза ничего придумывать волшебного не будем. Просто сферу. Так. Так. Ну и сферка, естественно, там дадим какой-то ей. Уже в Unreal.
пока любой материал такого немножко бликующего во вьюпорте свойства и все. Чтобы у рыбы глаз какой-то особенный. Так, симметрия. Понял. Reset Exform. Так, и тогда уже симметрия. Сейчас пойдет уже правильно симметрия. Бах. Готово. Опача. Какая прекрасная рыба собака получилась. Собачиха! Чёрт меня! Оу! Почему мне не сказали, что у меня тут... Ты, я не понял, что это. Это же явно разошлось что-то. Да? А, не ту тяну. Понял. Вот это оно. Вот. Соприкоснули. Так, и вот это вот цвет вот этой дряни, конечно, мне не нравится. Вот, не нравится. Надо его исправлять. Опять полезу сейчас в текстуру. То есть у меня вот этот цвет, и вот этот цвет, и вот это очень сильно отличается. Поэтому мне нужно вот эти лапки сделать такие же темные, как и вот эту фигню. Вот же ё-моё. Ладно, придется открывать опять фотошоп. Так, перешли мы к интимному месту. Гениталии этой рыбы. Насколько я понял, это мужчина, это женщина. Так. Клоака у них одинаково. Вот только у чувака уриногенитал, пепила какая-то, а у женской особи уринарий папила. Короче, у этих гениталий, а у этих просто папила. Что самое интересное, вот на вид никакой разницы нет. Вот реально, ну вот чем отличается? Тут пипка какая-то и тут пипка. Тут дырка и тут дырка. А абдоминал поры какая-то. А, еще поры какие-то. Боже мой, как все у них. Ну ладно, короче, в чем дело? Я оторвал эту часть рыбы, поскольку я буду ее увеличивать, делать очень много полигонов. Я уже не хочу всю рыбу увеличивать, на ней уже и так до хера полигонов. Вот из этого места не хочу делать ее всю большую. Поэтому оторвал вот эту часть. Где она там, как снизу посмотрим, вот она. Я ее оторвал. Ну, тут два плавника идет, по идее. Я надеюсь, это плавники. Ну, надеюсь. Так, и вот я сделал вот это вот клоака. Вот она. Вот отсюда какашки выходят. Извиняюсь за подробности. Ну, а что делать? Делаю вот так вот. Вот как раз трубка для выхода. А вот это вот у нас будет именно вот это уринопендинатал папилас какая-то. То есть вот такую вот пендюрку надо мне вот сюда впаять. И еще вот здесь вот вокруг клоаки сделать. Вот как раз вот я их и сделаю эти. Как их называют? Абдоминал. Поры. Экструдируем. Вот так вот. Не, ну фигня, конечно. Не годится. Так, так дело не пойдет. Я, наверное, добавлю еще одну. Вот эту штуку. И сделаю эту абдоминал поры. Маленько вот здесь. Теперь экструдируем. Все, вот таким образом у нас будут эти поры. Вроде как похожи на какие-то поры.
куры, шморы. Или же еще, допустим, мы добавить можем вот здесь вот так вот, от туточки. Делаем. Ну, где-то вот так. Может посмотреть, чего из этого получится. Хренясь. Так, а ну-ка, включаем. О, какие поры, просто загляденье, это прямо порам всем поры. Ладно, теперь займемся конкретно интимным местом. Неохота мне из него, хотя, блин, так охота, конечно, сделать его цельным. Сидит там, шарики добавлять, никакого желания нет. Сейчас попробуем. Так, попробуем мы эту точку экструдировать. Вот, наружу. Положим, вот одна. И вот вторая, да. Ну и что из этого выйдет? Так, вышла вот такая вот фигня. Так, тихонько, не ругайтесь. Я тут записываю. Девушки, не ругайтесь. Я записываю. Ну, вы просто ругаетесь сильно. Мне что-то... Так, ладно, делаем такую фигню. Отходит сюда. О, как-нибудь так. Типа а-ля вот так вот. Могу, кстати, здесь сделать то же самое. Сойди воедино. О, чудесно. Просто фантастиш. Ну и тогда уже раз... Пошла такая пьянка, то и вот эту, наверное. Ладно, посмотрим, что выйдет. Здесь нужно увеличивать размер пипки. Так. Ну и продлю ее еще вверх. Вот. Какая интересная штуковина. Фантастика. Ладно, открываем все остальные. Эй! Ладно, надо не все остальные, а только две. И посмотрим, как это смотрится вместе со всем делом. Ну, вот как-то вот так смотрится. Получается, у меня вот эта часть. Сейчас я ей поставлю пивот до дна. Центр, я же. Вот. То есть вот, я ее отдельно оторвал, потому что здесь будет побольше полигона. Вот это уже рыба полностью. Будет такой полигонаж у нее будет, как вот сейчас. Ну, все, я больше добавлять не буду. А здесь он, соответственно, уже добавленный. Сколько у меня здесь смус включен. Даже двойной. То есть он здесь реально вот такой. Поэтому... Я его буду оставлять отдельным кусочком. Вот таким образом. Так, вроде бы готово. Так, переводим ее в поле, где идет полная нестыковка. Стыкуем. Таким вот образом, чтобы было, ну, чтобы дырки не было. Так. О, чудесно. А, ну и здесь, конечно же, тоже подправим маленько.
а то полная жесть. Где ты там? Сюда. Сюда и так далее. Ну, в сущности, настолько мелко мы не будем показывать эту рыбку. Возможно, такие прямо детальки сочленения не столь обязательны. Можно, конечно, грамотно все сочленить. А можно и забить. Бросить как оно вот это есть и все. Присовокупировать этот объект к нему, да и все. Когда здесь будут кости, тут будет в любом случае все нормально. Ну, а можно, конечно, это, если грамотно, то надо будет вот это вот вывести на 4 вот такие вот штуки разложить. И это целый геморрой, дальний геморровый. Ну, для интереса можно этим заняться. Но это долго. Я не хочу. И не хочу столько возиться. Длинная, долгая возня. Кстати. Так. Приоттачиваем. И пошли опять таргет велдить. Так. Ну, куда ты влетел? Блин, потерял все. Так, вот это за таргет велдим. Блин, тут вообще не пойми, что велдить. Вот так сделаем. Чудесно. Хотя бы эти точки. Но сочленяю. Главное, сзади где-то ничего не схватить не нужно. Есть, есть. Ого. Разлет какой получился. Так. 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 Где-то так. По идее, по-правильному. Где-то вот сюда надо было развести это все. Вот. А потом все эти еще посвоил делать. Но это каждый полигон. Но чисто заради интереса. Вот чисто из принципа. Да ну блин, задолбало. Можно было бы попробовать. Я тогда сейчас остановлю на паузу. Склею все. Потом продолжу. Так, соединил я, короче, по-правильному все. По фэншую. Теперь это все одно цельное. И без разрыва. Ну ладно. Все. Что там осталось? А, ребра еще. Ай, ребра какие. Места для жабр. Жабренные места. Вот же, ё-моё, что-то я про них как-то и забыл совсем. Где они-то хоть находятся? Но в сущности могу их предположительно сделать вот в этих местах, используя уже готовые эйджи. Так что вот так вот, да? Ну-ка.
лишних не навыделял там сзади. Так, ну, допустим, я вот эти буду использовать. Единственное, что, конечно, вот чуть-чуть поверну. И нужно такие же выделить с той стороны. Можно вот так это сделать. А можно и по-другому было это сделать. Так, смотрим. Выделились. Вроде да. Ладно. Надо было сначала их делать. Ладно. Экструдируем. Экструдируем. И так, куда же мы их занесем, интересно. Так, сюда сделали, вот только куда их, сюда или сюда? Черт, что я не сильно помню, как это у рыбы. Ну, неважно, пускай будет сюда. Кроме этого, я их немножко сделаю закругленными. Вроде бы они закругляются назад вот таким вот образом. Так. Вот. И так, посмотрим, на что это похоже. На херню это похоже. Блин, а где они, кстати, вообще? А, туда ушли, понял. И мы еще ко всему. Наверное, вот эти тоже выведем на чистую воду. Жабрами надо было заняться, когда я еще не переводил ее из смуза. Сейчас они жабры квадратные. Но я что-нибудь придумаю сейчас. О, тут у нас целых 4 вершины оказалось аж. Так, и эти сложим воедино. Блин, то же самое сзади надо делать. Так. Ну, допустим, я чиферну вот эту штуку. Что это мне даст? Даст ли мне это какой-то положительный момент? Ну, что-то есть такое. Можно и так сделать. Короче, наверное, я... Ладно, сейчас сделаем всем. И я чуть-то забыл про эти жабры. Они должны были быть сделаны еще на этапе, когда она была не сильно полигональная. Так, ладно. Оставим таким образом. А ну-ка. Если я вот так заведу. В сущности, можно и так сделать. Сзади, короче, тут часть я опять, наверное, сделаю симметрию, потому что столько уже дел понатворил с этой стороны, что придется симметрировать обратно. Ладно. И симметрия. Симметрируем. Так, вот так вот. Все. Ну, похоже тут на жаберные дырки. Так. И для полной иллюзии я дам им какую-нибудь темную раскраску.
Ох ты, ё-моё, извините. Ну ладно. Вот эти. Бах. Тёмненькие пока. И все. О, так на что-то похоже. Блин, да это еще и там. Да, симметрично, все нормально. Так, все. Нос, рот. Вся фигня. В общем, вроде бы как рыба-собака. Готова к плаванию. Теперь мы снабдим ее скелетом. Так, давай со скелетом повозимся. Перво-наперво. Определим ее хотя бы в центр вселенной. Ну, в смысле, это можно вот так сделать. Конечно же. Так, готово. На месте. Теперь мы идем в анимейшн. Боня Тюльс. И креатируем боны. Ого. Так, сейчас я один сделаю. Посмотрю, какой он должен быть. Так. Он должен быть вот такой ширины и вот такой длины. То есть вот 0,06 и 0,1. Запомним это дело. Create bone. Bone. И пишем 0,06, 0,1. Вот теперь таким образом мы создадим массу костей, которые будут управлять нашей рыбищей. Так, готово дело. Теперь от верхних, ну ведь сверху верну, мы отойдем сюда. Сюда и сюда. То же самое сделаем сюда, в эту сторону. Не понял. Ух ты, а как у меня здесь так получилось? Такого же быть не может. А, я понял. Я, наверное, их отдельно создал. Ладно, так и создадим эти. Сюда. 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 То же самое. Не, конечно, это не годится делать такое. Это не годится. Мы пойдем вот отсюда плясать. Так. 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 Вот так будет правильнее. Сюда. 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 Так, теперь мы создадим точно такие же для этих бортников. Так, теперь вот эту кнопку нажимаем и немножко управляем дела. Так, опускаем вниз, нажимаем Page Down. Туда загоняем их на свои места. Так, вот так. Готово. Теперь это то же самое. Сюда. О, блин, фигня получается. Поэтому, извиняюсь, но чуть-чуть подправим здесь. Так, и... сеткой задолбала. Сетку придумал. Так, и сюда. Все, вот вроде бы... Все на месте. А, ну, конечно, можно добавить еще парочку половничков сюда. Если уж сильно хочется. Так, и немножко довести эти кости до вменяемого состояния. Сильно уж. Уже очень сильно. Некоторые кости выглядят отвратительно.
похожими на кости. Так. Не похожие на тебя. Не похожие на меня. Так. Тут, когда кости... Можно в сущности кости сделать маленькими, но тогда контейнеры от них настроечные будут маленькие. Чем кость больше по своим размерам подходит к тому объекту, для которого она создана, тем меньше потом возни с настройками влияния точек. Они вот сейчас именно будут по толщине вот этих костей. И это будет зачетно. Так, а здесь тоже подправим. Готово. Смотрим немножко. Сделаем меньше. Все, вроде бы как все. Ага, немножко еще здесь, наверное, надо подкорректировать, чтобы она была более по толщине похожа на морду лица рыбы. Собаки. Так, и здесь тоже по толщине делаю. Конечно, включить вот эти вот ребра рыбьи. Но это не ребра рыбьи, это кости. У костей есть такая интересная, у максовских, вернее, костей есть такая интересная особенность. Ну, для контейнеров они тоже помогают. Сделать так, чтобы они даже торчали снаружи рыбы. Если надо будет взять за кости, то помогает. То я иногда делаю торчки эти, чтобы легче взять было за кость. Ну, вообще, конечно, это все геморно. Это все мне сейчас просто тяга это все поделать. Обычно, когда я спешу, какой херней не занимаюсь. Так, ладно, наверное, закончим. Достаточное количество костей. Все, кости построили. Теперь быстренько берем рыбу. Назначаем модификатор skin. Нажимаем add. Влепешиваем все выделенные кости. И вот сейчас посмотрим. Я перейду в настройку скина. Вот, контейнеры достаточно большие, чтобы их не настраивать. Если бы кости оставались вот такие тоненькие, то эти контейнеры были бы вот такие тоненькие. А так, все отлично. Теперь показываю быстренько интересную штуку, как ее анимировать. Как ее красиво анимировать. Давайте предположим, что рыба у нас будет двигаться. По какой-то траектории. Ну, предположим, по вот этой траектории, которую я сейчас рисую. Так. 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 Так, ладно. Так, для красоты визуального восприятия, чисто для красоты визуального восприятия, я ее сделаю более-менее не такой ломаной, но на самом деле для анимации это не имеет значения.
Так, ладно. Ну и сделай немножко вот по высоте. Чтобы она не только двигалась сверху, а еще она и, так говорится, по высоте немножко изменялась. Так, дальше. Дальше берем первую кость. Так, я скрою пока саму рыбу. Беру первую кость и назначаю модификатор через Position Path Constraint. Назначаю путь, по которому она будет ехать. Если она поедет сейчас, то поедет, соответственно, неправильно, как мы видим. Поэтому мы включаем Follow. При этом она постоянно поворачивается боком. Что мы исправляем просто вручную. Включаем Bank. И делаем вот здесь счетчик побольше. То есть, когда она будет на повороте, она будет поворачивать как мотоцикл. То есть, вот тут вот. Вот мы и сделаем поворот вот такой. Это будет красиво. То есть, вот первая кость движется четко по... Так, покажу сверху. По сплайну. Все, вот на самом деле все, что нужно. А теперь я беру скрипт-хвостик, который могу вам также дать. Он бесплатный, в общем-то. Я не знаю, как он правильно называется. Наверное, вот это он называется Spring Magic. Что там дальше написано, не помню, не знаю. Давно я его нашел. И он очень замечательно в этом деле способствует. То есть, если мы проанимировали первую кость, то выделяя кость вторую, вот так. Кстати, наверное, и эти выделим. Мы нажимаем вот эти Bone кнопку. И получаем офигенную анимацию для всех остальных костей. Так, только я вот мало кадров поставил. Ну, конечно, мало. Поставлю побольше. Ну, не очень красиво. Так, что мы сделаем? Мы сделаем первое. Все кости, кроме первой, ключи удалю, которые сейчас у нас создавались. А первой кости, вот этот автоматический ключ, переставлю в конец. 500 кадров пусть будет. Дотяну туда. Ну, чтобы она медленнее плыла. Там все сильно как ошпаренная рыбка летает. Так, ну посмотрим, с какой скоростью плыть будет. Ну, в общем-то, отлично. Все, берем все остальные. Вернее, не все остальные, а следующие кости после анимированной. И включаем вот это вот Бонни всем остальным абсолютно костям. Сейчас, когда это все считается, оно выглядит не очень красиво, кается иногда рывками. Но на самом деле, оно очень плавно будет. Я использую этот скрипт обычно, когда делаю хвост животным. Само животное проанимировано отлично. А вот так, благодаря этому скрипту. То есть она очень-очень красиво плавает с этим скриптом. Куда? Так, зебаем. Да ну елки, ты будешь мне плавать в пределах моего экрана? Ну, вот таким образом. Выглядит это довольно-таки красиво. Пока покажу вот результат. Примерно такой рыбы, которую я уже делал, как она выглядит в воде. Удобная рыба, это не она, это я до нее делал, другую. Вот так она плавает с помощью этого скрипта, который я хвостик называю. Просто первая кость движется по сплайну, а все остальное уже соответственно.
Так, ну, в общем-то, все. Рендер этот был сделан в Unreal.